Мне сейчас подарили белую лилию. Моя подруга знает, что я очень люблю именно белые. Вот такая вот лилия должна быть. Pretty Woman. А купила она ее в Ашане. Сейчас конец февраля 24-го года. Сейчас мы посмотрим, что это за луковица такая. Очень интересно. Она... Вот. Тут даже есть росточек. Она сильно сохшая. Они даже приделаны. Такие вот сухие корешки. Я их отрежу. Небольшой росточек есть. Бордовые. Чешуйки крайние. Совсем сухие. Я сейчас ее помещу в холодильник, пока она еще сильно не выросла. Отрежу корешки. Неудобно мне, конечно, одной рукой держать телефон. Ну, как уж есть. Такая вот у меня луковичка. Так, продаются они в московском Ашане. Я поставлю ее в торф. Для того, чтобы макушечка, верхушечка именно строго кверху росла. В сухой торф. Закрою крышечкой и помещу в холодильник в овощник. Вот так. Лилия. Pretty Woman.